А знаете ли вы, какой силой обладает ключ? Вроде бы казалось, такой простой атрибут, такая простая вещь. Но с древних времен ключи считались очень сильным атрибутом в магии. И правильно заговорной ключ может, к примеру, человека защитить и укрыть от какого-либо зла. А можно, к примеру, выйти из какой-то тупиковой ситуации. Здесь вам также может помочь и ключ. Или, к примеру, можно соединить сердца двух людей, чтобы найти ключик к человеку. Ключ не просто открывает какую-то дверь. Ключ способен на достаточно очень многие вещи. Просто главное и знать, как с ним правильно взаимодействовать. Относитесь с уважением к ключам, к своим. Никогда не разбрасывайте ключи по дому, так как это очень негативно влияет на энергетику вашего дома. И еще совет также. Старайтесь никогда не терять ключи, потому что потеря ключа говорит о том, что вы либо сбились с какого-то своего жизненного пути, либо у вас где-то закрыты дороги в каком-то аспекте. Поэтому относитесь с уважением к такой вроде бы простой вещи, как ключ. И тогда вы увидите, как пространство начнет вам помогать и открывать двери ко всем дорогам и ко всем аспектам жизни.